Сереж, как дочка-то? К врачу сходили? Алена завтра с ней пойдет. Ну а чего сам-то не сводил? Зачем время тянуть? Вдруг что-то серьезное. Сегодня приема не было. $175. Не пойму, брала же. Женщина очередь ждет. Кошелек не могу найти. И что там копается? Ну, долго мы еще здесь стоять будем. Женщин кошелек дом забыла. Ну, а мы здесь при чем? Ну, ждите, я уж товар пробила. Да я точно брала. Ну, может, вытащил кто здесь? Извините, у нас не воруют, мы хорошо за порядком следим. Ну, что делать-то? Возьмите,